Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала. Мы продолжаем проходить метро 2033. В нашей серии мы прошли пролог и первую главу, и сейчас мы находимся на Рижской пароме. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии нипочем. За Артема! За кого нам пить-то? За тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. За тебя! Давай, Тёмка, за тебя. Хоть бухать уже. Задание есть. Блин, ты чё, правда непробиваемый для аномалий? Это что такое сейчас? Посмотрим, идет? Непробиваемый ли он для водяры. О, точно, надо проверить. За удачу и за Артёма. Не, вот только этого проверяю. За здоровье. Алкоголики. Спиртяжка, что надо. Ух. Так что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар мне не попасть. Такая скука торчать в этих трущобах на Рижской. Спасибо, короче, брателло. Мы вроде как прошли сквозь невидимую волну. И отрубились, понятно. В тот самый момент, когда на нас бросилась целая орда носачей. За тебя! Это Артем нас спас. Все выдержал, остался на ногах. Вообще все выдержал. Просто царь. Не подействовал. Вы грубые солдафоны. Как смеете вы препятствовать мне? Я имею полное право свободно передвигаться в метро. И пусть я погибну, зато я сам сделал этот выбор. Что ты сейчас сказал? Ясно. Это мы где сейчас? Ага. Это, да, это Рижская. Оружейная. Так, может мне пушки чем-нибудь выдадут там крутые? Налетай, разбирай. Тюнинг, тюнинг. А я не хочу, ладно. Допустим, вот этот автомат. Можно какой-нибудь другой? Так, что ты делаешь дополнительное? Граната. Острее метательные ножи. Ноги можешь ими брить. Не. Максимум куплю гранату, не буду. Не люблю гранаты. Теперь помощь тебе аптечки. Помогает. Максимум тоже закупимся. Отличный курс. Так, а ты еще любые мне дашь... Любые пули. Любые патроны по курсу ЦБ. Мои припасы. А, ну так. И ладно. Понятно. Так, давайте наш основной вот эту штуку, оптика. Да, коллиматор. Глушитель. Ну, если мы будем стелс прокачивать, то да. Ой, не прокачивать, а проходить. Так, приклад, радиатор. Обещаю одежную ублюдку при стрельбе, снижая подброс ствола, что о, вот это мне надо. А, все. И денег нет. Беда, конечно. Сколько он там стоит? 40? Обидно. Хоть что-то купили. Успели. Так, это что? Да. Потом накопим и берем склонность к перегреву, короче. Потому что если он перегревается, то это вообще печально. Это прям очень... Вы очень правда прямо на дрезине сюда приехали? Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Отдайте один патрончик, а? Эй, малыш, иди. Нет, иди в жопу. Похоже, мне пора. Запахло поркой.
Ну, как хочешь. Ищи сам тогда. Сам найду. Дяденька, я все равно буду все осматривать. Дяденька Жлоб. Ага, дяденька Жлоб, да. Патроны мне нужны. Ты ж не покупаешь автоматы, не прокачиваешь их, правильно? Уйди ты от меня. Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Не дам. Дяденька плохой. Дяденька Жлоб. Да Жлоб, все. Отстань от меня. Бесишь. Господи Иисусе. Твою мать, на. Спасибо. Это что за место встречи такое? Мне не нравится. Ты кто такие места встречи выбирает? Чё? И как это подвинуть? Ну, у меня такая шея сюда просто надо идти. Сейчас найдем. Где ты мелкий, блин? Ладно, не хочешь, как хочешь. Так, прыгать он не умеет, понятно. Кукла. Нельзя взять. Что было? Подойди-ка. Ты Артём, да? Садись. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. Калаш, я хочу. А это калаш. Тебе аванс. На дорожку отовариться. Стоп, ты... Ну чё, готов? Давай. Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Ты, может, со мной пойдешь? Или ты хочешь меня одного отправить? Существо ты. Пошли, только ты со мной пойдешь, надеюсь. Ты еще такой, ноуп, и все. Будет вообще уже нечестно. Ну, вроде со мной пойдет. То одному как-то не очень хочется идти-то. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. На-на-на-на-на, сердце мертвый грустно. Искусство живет вечно. Да. Блин. Да. Хорошо. Тебе помочь, я открою. Проходи, чё ты? Да ты... А, всё. Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону — подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Отлично, вырвались. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков полегла. Но если будем друг друга прикрывать, все путем будет. Чё за... Ой. Это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся.
О, чувака разорвало. О, фу, фу, фу. Это что такое? Ты его разложила, что ли? Тебе это уже не надо? Странный звук. От земли, что ли, идет? Или это ветер? Слышишь, слыхал истории про поющие трубы? Говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Херня, правда? Какой-то не так пошел, наверное. Чувак, не бросай меня! Мне расхотелось сюда идти. Туда, назад. О, сейчас что-то посерьезнее будет. Такие звуки обычно. Ой. Вот дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Ха. Так, теперь будь настр... А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Но работает. Смотри, не задень банки. Хорошо, не задену. Есть что-нибудь? Нет, ничего нету. Так, стоп, а знаете, что мне интересно? Что там за кнопка, чтобы этот типа фонарик? Клавиатура, приближение ружья. Инвентарь, противогаз, сменить фильтр. Фонарик, зажигалка, птичка. ПНВН, может? Не работает. Может пока... Ой. Я забыл. Под ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Значит, да. Опачки, а это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от них башен. Атак, братаны! Тихо. Вот этого я не хотел, я случайно. Я не видел. Я не хотел, я случайно. Сейчас нормально все будет. Под ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Там чуваки это похоже. Ну, надо убрать дело. Опачки, а это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Как еще из него? Знаешь, так вот. Перепрыгивать, наверное. Выключу-ка я фонарик. Да они тут баррикад настроили, ну чистая революция. Дерьмо. Надо поближе подойти. Давай, обезвредь постовых. С тобой хочу. Так, а чё там? Как я это сделать должен? Я могу ножиками, конечно. Могу сзади его убить. Не могу. Хорошо. Да будем вот так вот рубать их. Опа. Ку-ку. Забирать надо. Нажите. Обязательно забирать надо. И... А чего у вас там как много-то? Пойду вот здесь вот, короче. А чё их там много так вон? Ну, дебилы! Сэкономили 3 копейки и не наняли замыкающего, и всё! Опа-опа, нифига, иди сюда!
бортовом туннельчике, но они прямо на нас. Как свиней всех перерезали, значит. Не надо свиней. Что дальше-то? Ну чё, как там кабанчик? Типа этих тоже убить надо или чё? Да не особо. Пять пушек, чуток патронов. Эти жердяи пёрли на себе шматьё и грибы. Дерьмо всякое. А что там за персонаж с тобой был? Хозяин каравана. Наш главный хочет за него выкуп. Тот же вес, но в патронах. Да ладно. Хорошо, мой топ-то они не слышат. То есть, получается, в принципе... просто глотку бы вскрыл. Ну? Банка. Главный у нас же стратег, мы. А ты солдат. Тихо. Чё все понаставали-то? Что? Ничего не было. А мне их обязательно убивать-то? Или чё? Не понимаю. Вообще, я просто слышал, что надо проходить, чтобы на хорошую концовку вывести игру, надо никого не убивать стараться. Только что-то этот мой чувак, походу, не хочет никого не убивать. Что так пройду сам? Не, ну давайте этих тут тоже зарешаем, там, чё. Чё делать-то? Если чувак идти не хочет с нами. Что-то надо допереть, как это сделать. Так, чтобы ещё никто меня не заметили. Братаны, тут звук! Шухи! Какой шухер? Нет ничего! Все в порядке. Так, понятно, палево. Что было-то? Ничего не было, все в порядке. Кто там? Чё там? За что вообще? Чё я и сделал? Ну, хэдшот. Ну, вообще, это было некрасиво. Не, ну, если не получится пройти на хорошую концовку, то я просто ставлю потом в конце, наверное, вот хорошую все. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Так, заметка 1. Бурбон явно не так прост, как пытается казаться. Да, он грубоватый, чувство юмора у него, прям скажем, незатейливое. Но потому, как он рассказывает о своих похождениях, а еще больше потому, о чем он предпочитает умолчать, понятно, что он обладает неожиданно острым для простого контрабандиста умом. А осведомленность Бурбона о положении не только на ближайших станциях, но и, например, на кольце в целом, просто поражает. Все ходы и переходы, даже заброшенные, он знает, как все свои 5 пальцев. В бою держится уверенно, значит, явно побывал не в одной переделке. В общем, не похож на он на простого челнока. Ой. А, ой, не похож, да. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся, мне еще жить охота. Ну, я еще-то постался пытаюсь. Мы бы уже прошли бы давно. Ой. Что такое? Так, вот это вот я советую выключить. Свет это... Плохо. Видели? Как его все хорошо. Твою мать, это что, она развалилась, да? Охренеть. Тяга садить. 6 тысяч. Что ты орешь-то? Ты мне порешь-то? Пацаны! Да чё ты такой? Ой, это я косану, конечно. Да агрессии на меня, на этого. Ты что, пролезаешь сюда, что ли? Тихо. Твою.
Вообще, вот чё вот я орать начал, а? Скажи мне. Твою мать просто. Давайте будем стараться по максимуму не тратить патроны. А, так вот, можно обычными стрелять, а не которые там. Ой, это ты? О, надо было тебе поорать, да, очень сильно надо было. Дебилоида кусок, блин. Просто дебилоида. Это боевая дрезина Ганзы. Ищу братву. Артём, не стреляй! Спалился или что? Я не специально. Я же не знал. Реально. Где? Куда? Так он скажет, что я хочу пользоваться этими патронами. Я хочу обычными нормальными патронами. А не те, которые чего-то стоят. Качели, мать его, бога душу. Вообще все в порядке. Почти. Ой, я сюда хочу. Такая лестничка красивая рядом. Засада зубам. Ну и хрен бы с ним. За мной! Полезли. Охренеть, он просто не умирает. Так и
Все, больше не хочу. Спасибо. Заледенела маска. И треснула. На трех местах. Нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артем, слышишь, ты пошарь там по жмурам, может найдешь чего и двинем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что происходит? Глюки опять. Твою мать, что происходит? Владимирского централа, но страшно. Охренеть, что сейчас было. Так они сзади все. Они к нам уже не доберутся. Надеюсь. Или доберутся. Твою мать, я не хочу сюда. Если надо. У меня там что-то есть. Ой. Вот это я рисковый, конечно. Так, я нашел ключик. Или какую-то красную хрень, короче, не знаю. Может, ключик какой-то? Чего-то. Пять аптечек, нормально. По максимуму уже все. Почти все. Выключать дело. Рынок. Ну вот плохое место, плохое. Ты главное рта не раскрывай, папочка все сделает. Что ты сделаешь-то? Твою мать, ты... звуки эти уже надоели. Честно, вообще нереально уже. А за что? Люди, братва! Откройте, прошу! Не дайте помереть страшной смертью! Сейчас слезаться будем, по-любому. Зачем? Вы что, оглохли? Нас тут сожрут сейчас! Ну, благодаря ну, тебе, да? Кого вы за собой притащили? Упыри! Семен, заводи трезвим. Спасем этих полутрупов. Артем, держись! Нам сегодня карта прет! Да вообще прет, я смотрю. Нет, другой путь. Ёма! Ты живой еще?
слушайся его. Эти ребята вообще юмора не понимают. Нет, это Бурбон, собственной персоной. А я уж и не надеялся, что свидимся. Семен, смотри, как кто к нам пришел. Вот хрень. Мы вляпались, пацанчик. Михалыч, какая встреча? А я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам Бурбон в гости пожаловал. Бурбон, только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен. Вот это же сейчас было. Всё, я не хочу больше с ним идти. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Убрать оружие! Вот такие! Выйти на свет! Медленно! Будь я проклят! Это ж Бурбон! Эй, ребята! А ну-ка обыщите их. Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Не надо мной присматривать, я нормальный. Не двигайся. Стоять, я с тобой разговариваю. Я заметку читаю, подожди. Да, без Бурбона мне бы сюда ни за что не добраться. Он везде как дома и с местным знаком. Правда, как я его подозревал, у них к Бурбону какие-то старые счеты. Но он, похоже, сумел с ними договориться. Впрочем, неудивительно, ведь проспект Мира принадлежит Ганзе, торговому союзу станции кольцевой линии, самому богатому из государства метро. Ганзейцы, обеспечивающие свое богатство торговлей со всеми остальными государствами и вольными станциями, больше всего ценят прибыль. Бурбон, думаю, подводил их в прошлом, но теперь... пообещал расплатиться с процентами. Только вот про них, как говорят, лучше быть в долгу у черта, чем у Ганзы. Не знаю, как Бурбон от них откупится. Ну че, опусти меня. Все нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Нет. Следи за языком. Бля, мы вляпались по самые помидоры. На этих перцев с дрезины у меня ЛВ точно нет. Если они... Ну а ты видел, что это было? Нет? Может, это вражеский шпион был? Теперь ему все о нашей обороне известно. Все слабые места. Сержант, я там давно уже не был. Не знаю, как теперь, но раньше там население... Ну, на Ганзу нам пути нет. Но зато... Слышишь, держи патроны. Пойди купи пару фильтров противогазу. Есть одна мыслишка. Я пойду перетру кое с кем. Встретимся в баре, или я сам... Хорошо, но я пока что доброго закончу. Так что, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.